Дуэт «Баян Микс». В роддоме папаша ожидает, когда к нему выйдет медсестра и что-нибудь ему сообщит. Вдруг вылетает такая радостная медсестра и говорит: «Папаша, у вас сын родился 6 кулачками». Тот говорит: «Ой, обманули дурачка на 4 кулачка». Вот раньше рассказывать анекдоты было опасно. Могли куда-нибудь сослать далеко-далеко. А вот этого артиста, который выйдет сейчас на сцену, его именно за анекдоты каждый год ссылают в Юрмалу. Игорь Маменко! Спасибо за прием. Ну, сразу же хочу рассказать анекдот из жизни нетрезвых людей. Подвыпивший человек, изрядно подвыпивший, поднимается на 3-й этаж, звонит в квартиру, открывает мужчина. Происходит следующий диалог. Слышно? Я здесь живу. Да? Ну, живи пока. Давай. Ушел, обошел дом вокруг, опять поднимается, опять звонит, опять этот мужик открывает. Я так и знал. С кем имею честь? Я живу здесь, я говорю, это моя квартира. Да? Ну ладно, извини, брат. Я живу пока, молодец. Ушел опять, обходит. 3-й раз звонит, опять открывает. Я так и знал. Что такое? Я тут живу, я могу показать паспорт, прописку. Я тут живу. Что-то я не врубаюсь. Ты везде живешь, а я нигде. Спасибо. Алло, мамо, здрасте, это я. Если вы сейчас стоите, то лучше сядьте. Сидите, то доляхте. Сбылась мечта человечества, я на Марсе. Причем тут батончик с орехом, это планета такая. Что вы не знаете, гляньте в окно. Смотрите, между сараем и трубой. Вот это Марс. Да як я ему оттуда помашу? Я на другой стороне планеты вижу у вас затылка. Да я не хотел лететь, дайте сказать. Я на космодроме откручивал детали для мопеда. Вдруг что-то коротнуло, включился маршевый двигатель и тю-тю, все, вперед. Тормозить, конечно, пытался. Ногами тормозил так, что кеты загорелись. А что вы хотите? 2500 лошадиных сил. И все галопом. Нет, не один. Со мною внезапно улетіли ще 9 чоловік, що були внутрі на екскурсії. Да, среди них 2 жінки. Мамо, успокойте Галину, ми в скафандрах. Во весь рост. Якщо життя на Марсі, ну як вам сказати, до мене точно не було. Потім з кусочка стратегічного сала ми склонували кабанчика. Скрестили його з ящерицею і козою. Так що тепер, кроме центнера сала, він дає ще молоко і жесть. Да, а отрізаний окорок виростає заново. Ні, не все. Потім в куриний паштет ми додали гени страуса. Це взагалі чудо. Кури зариваються головою в ґрунт, і тільки яйця з них вилітають, як дині з пулемета. А окорочка такі, як задні ноги у лошаді, тільки в пер'ях. Да, это генная инженерия называется. Нет, генный инженер тут ни при чем вообще. Я потом объясню. Еды хватает. Я парашютом кратер накрыл 8 соток. Огурцы и гречка плодоносят каждые 2 часа. А соленые помидоры растут прямо в банках. Да, экипаж не успевает их собирать в погреб. Мама, успокойтесь, ключи от погреба только у меня. Ну, немного похудел, есть такое дело. Скафандр болтается на мне, как мешок. Я говорю, скафандр болтается на мне, как мешок. Мама, успокойте Галину, сюда кроме меня никто не помещается. Я уже пробовал. Когда возвращаюсь,
Ну, сложно сказать. У нас тут с горючим проблема. Нет, посылки сюда не доходят. Но можно передать телепатически. А так, послушайте. Ровно в 19:00 к вам зайдет киборг с красными глазами. Представиться Толиком. Налийте йому повну 3-літрову банку самогона. Що зачем? Для старта з Марса. Да, єдина дорога. І гітару для позивних. А он нам все это телепатически передаст. Если донесет, конечно. Что вы слышите? Женский смех и музыку? А вы думаете, легко без женской ласки во Вселенной? Это мы смотрим специальные эротические фильмы. Вспоминаем о женах в условиях невесомости. Тренажер для снятия космической неверности. Да, кабельное телевидение. Суровые будни, что вакуум постерегают на каждом шагу. Если не предохраняться. Так что успокойте Галину. Где она меня вчера видела? Возле какого киоска? Так это был не я. Кто-кто? Агния Барто. Это был мой специальный голографический двойник. Перенесли из Марса в научных целях. Ну, правильно, в тех же кедах и футболке, а я? Перегарок, перегрузок. Наука ж не стоит на месте. И он не стоял, шатався. Ну, естественно, магнитные бури. Короче, мама, передайте привет Галине и скажите, не надо звонить по знакомым. Сказано и на Марсе, значит на Марсе. А будет доставать, улечу на Венеру. Тем более, что я ей уже обещал. Ну все, пока, хватит. Игорь Маменко.